Здравия желаю. Сегодня пробуем БТГ на другой режим. Режим один. Так. 1/10 секунды работ, 2 секунды работ на своем токе на инерции. Применяем 6 лампочек светодиодных. Каждая лампочка 7 ватт. 6 штук, видите? Так. И применяем, для эффективности применяем вон устройство. Красное, видите? То есть повышает напряжение. Так эти лампочки работают только с 8-9 вольт. Меньше они не работают. Давайте запустим, посчитаем. Посмотрим, что это дает. Какой КПД. Так, включили реле. Включаем лампочки. Так, пошли. Лампочки, как видите, горят. Напряжение. Значит, 9. 15 максимальное. Пусть еще разгонится. Так, 9, 15, 8. Восемь восемьдесят. Запишем 9:15. 8:80. Выход. 9:15 вольт и 8:8. А теперь со счетчика посчитаем, сколько затраты. А вот сейчас уже, видите, выпрямилось. Стало, значит, 8,90, 8,70. То есть 8,90, 8,70. То есть оно выпрямляется. 8,9 и 8,7. 8,9 и 8,7. То есть 5% снижается. Сейчас проведем замеры, сколько потребляет система. Ну, сейчас опять 9, то есть по-разному. Ну, в общем, 9. 8,7, 9 где-то так. 8,7,9. 8,7,9. 1,20. Сейчас надо нам высчитать, какое потребление. Здесь мы уже высчитаем по напряжению. То есть лампочки чуть притухают, но не гаснут. Это вы видите. Работает. А идет 1H1 к 20. То есть работает, видите, работает вообще тихо. Никак не можем счетчик это высчитать. Сейчас счетчик приблизится. Вот это приблизится. Риска мы посчитаем. Без риски-то посчитать трудно.
мотор там на 300 ватт я показывал. И маленький 50-ваттка. 50-ваттка выходит. Сейчас мы это, вот она подходит. Засекаем по-риски. Вот. Все. Пошло. Время пошло. Потребление, видать, минимальное будет. 11.1 в 20. Однако лампочки светятся, видите. Есть зазор. Видно, что чуть меньше, чуть сильнее. Это видно. То есть 9, вот я записал. 8.7, 9. То есть где-то на 10, наверное, 15-20% снижается яркость. Сейчас будем смотреть. Счетчик, как видите, идет еле-еле. Вот это рептилоиды говорили про токи. Пусковые токи. Где тут пусковые токи? Посмотрите. Ничего нет. Еле-еле идет. Так, как ему положено, 1.20. У них просто это. Они просто не знают, что сказать и предъявляют. Вот сейчас риска появится, мы остановим часы и высчитаем. Часы работают. Лампочки горят. Потребление будет минимальное. Хотя мотор на 300 ватт. Это еще и хороша, она мощности, конечно, не сильно тут. Ну, хватит осветить квартиру. А зато видите, как тихо работает. То есть можно в квартире применять. То у меня мощное было. Там дребезжит, как говорится, от души. А это тихо работает. То есть кое-какие запчасти мне я уже, как говорится, отправили, там был сегодня на Алиэкспресс. Будем ждать. Ну, еще кое-что не хватает. Вот. Расчет был на 20 тысяч где-то, а прислали 11. 23 тысячи у меня заказ был. Чтобы окончательно уже поставить пробный вариант. Вот уже 3.40, 3.43. То есть потребление минимальное. А выход большой. Лампочки, 6 лампочек все сгорит. Вот уже выходит, видите, сейчас будем останавливать, до риски дойдет. Все, стоп. Можно отключать систему. Сейчас будем подсчитаем,
Данные мы записали. Подсчитаем это. Еще раз зарисуем. Хотя я давал уже 100 раз. Но еще раз. Все равно спрашивают. Это может быть народная схема, потому что она, видите, вот то я ставил, там грохот был, это вы все видели. То есть то ставить лучше, у кого частный дом, допустим, гараж, вот туда где-то, чтобы... То есть если поставить вот ту систему в хате, соседи будут стучать, жаловаться, писать. Вот, а на это уже никто не предъявит. Ну и хватит ее, даже вот такой мощности хватит. Вот, сейчас посчитаем, какая мощность. Не будем наперед, как говорится, заходить. Вот считаем. Считаем мощность. Так. Калькулятор. Вот он. Видно, да? У меня тут техника, конечно, на грани фантастики. Обыкновенная, значит, это самое. Веб-камера обыкновенная. И все. Телефон, вот вчера телефон мне подарили. Отремонтировал это самое, компьютеры людям. То у меня телефон был старый, а в этом тоже там, по-моему, камера есть. Но нет выхода в интернет. То есть на него можно звонить. Мне могут звонить, а я не могу звонить. Вот такая система. Так, ладно. Значит так. Считаем. 4,31. 4,31, это значит 60. 4 минуты, это 60 секунд в одной минуте. Помножим на 4. 240. 31,775. То есть 32, считайте. Плюс 32. 272 умножаем на 300. 81,600 делим на 3600 секунд. 22,666. Видите, знак все время получается 666. Рептилоиды везде сделали свое. Неспроста. Часто, когда вот это вот вычисляем вот эти на опытах, 666 идет. Сорок 4 ватта запишем. Потребление системы 44 ватта. Интервал 1 к 20, то есть 1 к 20, то есть получается 0,1 секунда подается только питание всего, а 2 секунды в 20 раз больше, 2 секунды ничего не подается, то есть потребление 44 ватта. А сколько же у нас выходит? 6 лампочек по 7 ватт, 42 ватта. Но у нас, вы видели, не полное напряжение. То есть она полная на 12 дает. 12 разделим, вот здесь вот нет. 8,7. Прибавим 9. Это перепады такие. 17,7 разделим на 2. То есть получаем там не тютелька, тютельку в точное. Там, ну, примерно вот так вот. Тут и не надо сильно точность, потому что точно, видите, тут не установишь. Напряжение-то скачет. В среднем 8,85. То есть мы замерили минимум и замерили максимум примерно. Оно сначала скакало, потом оно приравнялось. Стало 8,7-9. А сначала было 9,15, там 8,5. А потом, то есть ей разгон нужен. Значит, 8,85. Вот 12 разделим на 8,85. 1,35. А у нас 42.
6 лампочек по 7 ватт, 42. Разделим на 1,3055. 39 ватта. Но это не в один раз, а 21 раз, как вы видели, 1,20. Помножим на 21. 659, видите? 659. А потребление 44. Разделим на 44. 14 помножим на 100. 1479% КПД. 1479%. А если еще учесть, что потребляло, ну не 44, там чуть-чуть меньше, пусть даже 30, то еще 30 помножим на 20. Еще 600. И там у нас сколько? Вот я не посчитал, сколько там было. 650, по-моему. Там что-то 30, по-моему. Давайте еще раз. 12 разделим. Там у нас было 8. 85. 1,35. Так. И 42 разделим на 1,35. 31 ватт, видите? 31 ватт помножим на 21 раз выход. 653, и тут 600. Плюс 600. 1200. Что-то не может... 653 плюс 600. Разве 1200 будет? Ну-ка еще раз. 653 плюс 600. 1253. А у нас потребление 44. Разделим на 44 и помножим на 100. 2847 КПД общий. 2847% общий КПД. Так. А КПД чистая энергия 1479. Ну, я вроде рисовал, но могу там еще зарисовать. Схему спрашивали. Недолго. Вот она схема. Убираем. Но будем дорисовывать. Мне все равно надо. Я что же могу забыть? Я вот сейчас делаю. Почему я зарисовываю и ставлю видео? Да потому что я могу забыть. И опять повторять сначала. То, что повторял. То есть, похоже, это я уже делал. Но я не применял вон ту штуку, видите? То есть, новизна сегодня в том, что применяется преобразователь. И тогда мы напряжение можем поднять. Пусть у нас там будет 5 всего выход. Вольт. Как вот тогда показывало. 5, 3. А мы его подняли, и лампочки засветились. Видите как? То есть, новизна тут то, что применяется преобразователь. Значит, вот этот мотор, движок 300 ватт. Маленький моторчик, 50 ватт. Где-то у него примерно... Но он оборотистый, это его плюс. То есть у него где-то 20-30 тысяч оборотов. А у этого где-то 12-15 тысяч оборотов. Вот у этого большого. Далее реле. Так вот рисуем квадратиком. Ну кто там... Как сказать? Кто там является там ученым, ему может это смешно будет, но мне плевать. Я вот рисую, чтобы понятно всем было. 0,1 включено, 2 секунды отключено. Вот я как нарисовал реле. По-своему. Потому что ихняя схема, я тоже смотрел ихние схемы.
Там все по-иностранному, много всяких знаков, то есть это нам не надо. И вот здесь вот пока сеть, видите. А в дальнейшем, когда вот заказ придет, поставим батарейка на 250 будет, если она нормальная будет. Но пишут, что батарейка, вот я заказал, пишут, что батарейка там супер-класса, как они обычно, то есть чуть подороже, что ей хватит лет на 10 там и так далее. Посмотрим. В дальнейшем будет батарейка здесь вот и инвертор. Инвертор тоже заказал на киловатт. Когда придет, проверим это все. И вот выход. Вот выход. Вот даже в два столбца. Три столбца, видите, в три столбца выход, потому что много. Вот так вот идет. 31. Ну, в общем, не буду рисовать. В общем, 31 выход. 31 помножить на 21. Потому что одну десятую секунду она работает совместно. Совместно, понимаете? А потом еще 2 секунды работает уже без питания по своей инерции. Так как двигатель легкий этот, маленький моторчик. И моторчик этот инерционный, он даже не теряет инерцию. Как будто он ничего не... Он как бы на холостом ходу работает, получается. Потому что вес у него легкий, видите как. Это я раньше тоже не знал. Я думал, надо маленький мотор и больше ставить. А тут это тоже интересный вариант. Можно делать так, чтобы вес был маленький, но мощный. Кстати, я заказал тоже, я давал ссылку, что заказал мотор, просто раз говорил, на 75 тысяч оборота. Вот посмотрим. С постоянными магнитами. Он где-то на 100, на 150 ватт. Вот этот мотор может вообще чудеса показывать. Вот. Ну вот, 31 на 21, но это я все рассказывал. То есть КПД. КПД выхода энергии, если считать. 1479. То есть берем, значит, 44, а выходит 653. А КПД общий, если считать, что еще работает, крутится же еще. А надо было ток бы подавать. Вот это рептилоиды не понимают. Инерция крутит мотор? Крутит. И лампочки светят, они говорят, на холостом ходу. Светят? Это вы видели. А на это, на кручение мотора-то тоже надо ток. Получается общее КПД, если взять все общее. 2847. Спасибо за внимание. Значит, желаю всем крепкого здоровья, удачи, успехов в труде, вот, новых подвигов на любовных фронтах. Потом хороший достаток, освобождение из рабства. Вот. Чтобы мы в 21 веке освободились хотя бы из-под энергетического рабства, а в дальнейшем вообще от всякого рабства. И стали свободными людьми планеты Земля, равными среди равных.